Вы просто не поверите, к чему привел фильм «Отпуск по обмену». Сайт, который Аманда и Айрис используют для обмена домами, это реальный сайт. И через несколько месяцев после выхода фильма на экраны популярность обмена домами сильно возросла. Настолько, что полиция Англии была вынуждена выпустить предупреждение о недопустимости обмена домами с незнакомцами.